миллион обещаний. Мы будем строить планы, а потом... Потом ты начнешь уходить в другую комнату, поговорить по телефону, а потом пропадешь. Все не так. Лена. Черт. Почему ты бросила трубку? Я в машине. Мы в тоннель заехали. Ты что, разговариваешь за рулем? Она в машине? Я не за рулем. А кто за рулем? Папа. Еще вопросы? Извини. Извини. Ты всегда извиняешься. Я не хочу воевать. Ты ради этого живешь. Мазер, это Дасти. Что за чертовщина у вас творится? Понятия не имею. Мы заложили обычную взрывчатку, а потом на нас вдруг посыпались контейнеры и начал стрелять чертов вертолет. Мы уверены, что это был не береговой патруль. Не он. Я получаю сигналы отовсюду, от Манилы до Восточной Африки. Вы кого-то очень разозлили этим фейерверком. Есть мысли, кого? Это длинный список, брат. Как насчет того, чтобы оказать ЦРУ услугу и остаться в порту? Может, список получится сократить. Это не флотским решать, Дасти. Нам нужно разрешение с самого верха. Уже получил. Само собой. Что у тебя с местными ресурсами? У нас был человек, позывной Аргир, из ячейки на Аравийском полуострове. Был человек? Мы уже несколько месяцев ничего от него не получали. Вот что плохо, его могли убить, перевербовать. Он может быть где угодно. المهم هو أن الكفار على باب بيتنا ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا يجب أن تثبتوا جدارتكم سنرى الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم تحرك إلى الداخل اسحب تحت الاسلاك الشائكة لديك مجموعة متنوعة من الأسلحة لاستخدامها ضد الكفار لقد نجحت في هذا الاختبار انتقل إلى الباب لاختبار آخر اختبئ وراء الستار واستعد لإطلاق النار على الأهداف مجاورة للبدء وسيتم توقيت الاختبار النهائي استكمله في أسرع وقت ممكن
الباب مع أخيك. إنك وسط، ولكننا بحاجة لك لقضيتنا. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب، إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة.